Привет! Вы на канале про продукт. Как правильно хранить дома соленые огурцы? Всегда приятно угостить пришедших в дом солеными огурчиками или поставить красиво нарезанную вкусненькую и остренькую продукцию на праздничный стол. В России заготовками зимних лакомств занимаются практически в каждой семье. Продукт хорош сам по себе, как гарнир, закуска или добавка в некоторые блюда, салаты. Как хранить соленые огурцы, чтобы дольше наслаждаться витаминной вкуснятиной, должен знать каждый. Простой способ хранения бочковых огурцов. На рынке или в некоторых магазинах можно приобрести бочковые соленые огурцы. Выбирать нужно твердые экземпляры, от них должен исходить приятный бочковый аромат. Не обязательно, чтобы в огурцах присутствовал рассол. Хранить посол, приготовленный при естественном брожении, лучше при температуре от 0 до плюс 1 градуса. Берут 5 или 6 кг продукции, плотно укладывают в тары из пластика, можно ведерки, но обязательно наличие крышки. Дно должно быть присыпано с помощью сухой горчицы на сантиметр, ею также пересыпают все овощные слои. После заполнения емкости ее с закрытой крышкой убирают на холодильную полочку. По мере надобности огурчиков их достают в нужном количестве, промывают холодной водичкой и как угодно употребляют. Крышку закрывают, чтобы обеспечить продукту герметичность. И полгода, и пару лет огурцы могут простоять как новенькие. Плесень не появится, пикантный вкус будет слегка отдавать горчицей. Что нужно знать о хранении свежего огурца? Огурцы в свежем виде никогда не замораживают. Низкие температуры этому овощу противопоказаны. Хранение в условиях, когда столбик термометра падает ниже 10 градусов со знаком плюс, губительно для корнишонов. Они портятся, приобретая прозрачность и склизкость. Даже если почистить, продукт будет невкусным. Правильно хранить свежесобранные или купленные огурцы в отсеках на холодильной дверце до 3 суток. Правила хранения соленого огурца. Всем хозяйкам полезно знать, сколько можно хранить посоленные огурцы в банках, иногда портится и закрытая нетронутая продукция, а отрытую заготовку не всегда съедают сразу. Совет. Кулинары рекомендуют оставлять несъеденные корнишоны в рассольной жидкости. Сохранить огуречную свежесть и сочность рыночной продукции можно, сложив огурцы в емкости стекла и залив их кипяченой водой. Овощи не высохнут и смогут пролежать в воде 2 дня. Хранение малосольного огурца. Вкусную хрустящую малосольную огуречную продукцию приготовить несложно. Летнее освежающее лакомство можно получить за пару часов. Сколько пролежат малосольные огурцы, если они получились в большом количестве, зависит от того, каким образом хранить продукцию. Для этой цели лучше всего заняться варкой рассола. В стакане с кипятком разводится соль, 1 большая ложка. Пока ожидают полного растворения соляных кристалликов, делают маринад. Смешивают кетчуп, 1 чайную ложку, паприку, 1/2 чайной ложечки и порубленный чеснок, 5 зубцов. Огурцы складываются в баночку, заливаются рассолом и маринадом. И в таком виде хранятся в холодильнике пару дней. Хранение маринованного огурца. Маринованными овощи хранить лучше в подполе либо погребе. Жители первых этажей городских квартир могут последовать примеру некоторых умельцев и мариновать продукцию, используя банки объемом до 2 литров, которые убирают на длительное хранение в подобие подпола. Можно вскрыть несколько половиц в кладовке либо иной комнате. Над вскрытым полом сооружается ящичек, имеющий крышку. Банки с соленьями даже при длительном зимнем хранении не будут замерзать. Правила по хранению баночных соленых огурцов. Соленые огурцы хранить в квартире можно, при условии, что законсервировали их, следуя всем рецептурным предписаниям. Обязательным условием является тщательная стерилизация тары с крышками под соленые овощи. Если при засолке не использовались подгнившие огуречные экземпляры, для рассола бралась качественная вода, хранить посол можно и в комнатных условиях. Когда есть вероятность, что соленая продукция получилась не идеальной, лучше не рисковать, а поставить овощи в прохладу, в место, где нет солнечных лучей и яркого освещения. Подойдут также лоджии или закрытый балкон, холодильная полка. Если банка с посоленными огурцами открыта, через 5 или 7 суток продукт начнет портиться даже в рассоле. Через 14 дней или полмесяца корнишоны станут испорченными. Рассольная жидкость зацветет, а огурчики размякнут, станут слишком кислыми и невкусными. Чтобы этого не произошло, разрешается заморозка соленого зеленого овоща. Перед заморозкой овощи вынимаются из посуды с тузлуком и обсушиваются. Хранить их следует в специальном высокопрочном пакете, включив режим «быстрая заморозка».
В морозильной камере огурчики могут лежать долго. Но разморозив, их нельзя будет кушать как самостоятельную пищу. Размороженные огурцы используют в рассольник, пиццу либо иные кушания, которые готовятся с применением термической обработки. Понравилось видео? Не забываем ставить лайки и подписываться на канал.